утро, мои хорошие. Не знаю, для вас это утро или вечер, но для меня точно утро. Я сделала вот такую вот прическу, которая мне очень понравилась. Сначала заплела вот с этой стороны, а потом начала думать, блин, как же так же заплести с этой стороны. Потом я подумала, Айка, что ты паришься, просто заплети с одной стороны, это даже выглядит более милее, так скажем. Осталось просто зафиксировать лаком, накрасить помаду, и я иду кушать грузинские хингали, снимать для вас мукбанг. По мне смотрится очень мило, даже можно тиктоки поснимать с такой прической, хоть какое-то разнообразие. Я на самом деле вчера или позавчера ходила и смотрела сережки, я хотела какие-то большие такие, знаете, необычные серьги купить себе, именно для мукбанков, чтобы каждый раз было что-то необычное. Но вот так и не нашла то, что именно я хочу, все были какие-то однотипные, какие-то супер дешманские, вот, поэтому брать не стала. А так мне очень нравится мой образ. Вот такие вот красавицы, но, к сожалению, не было много. У нас в морозилке всего осталось 7 штук, так что буду кушать их. Не уверена, что я наемся. Можно потом еще один мукбанг какой-нибудь забабахать. Я, значит, снимала для вас различные тиктоки. У меня был такой образ. У этой кофточки есть юбка в комплекте. Кто смотрит шопинг-влоги мои, тот, наверное, уже видел. Я решила сочетать это с этой юбкой. Мне кажется, смотрится очень даже ничего. Мы сидели с мамой и рассуждали о том, что у меня в ТикТоке очень быстро набирается аудитория. Я ей сказала, что со следующей зарплаты я хочу купить себе освещение. Мама сказала, а что тянуть, если дела идут хорошо, покупай сейчас. Я реально раскинула мозгами, думаю, а чего ждать? Вот, например, через месяц я пойду куплю или сейчас куплю, какая разница? Все равно я вкладываюсь в свое любимое дело, даже если, ну, как бы, я решу не снимать для ТикТока, все равно освещение, например, для мукбанков понадобится. Да и вообще, например, мама снимает какие-то рецепты, например, ночью. И освещение никогда не бывает лишним. Поэтому сейчас я переодеваюсь, мы с мамой идем, точнее, едем выбирать мне свет. Уже старая добрая традиция постоянно в лифте снимать истории. Кстати, мам, мама сразу это. Мам, ну что ты стесняешься? Кстати, все в комментариях пишут, что мы с тобой похожи. Да? Да. Через лет 20 или 30 я буду выглядеть так же, как ты. В общем, вот такой вот штатив. Освещение, точнее. Здесь вот один телефон можно ставить. Один проем, да? Вот такой вот берем. Здесь есть регулятор. Я, в общем, вам дома подробно покажу и расскажу. Такой вот штатив. В общем, все как у Фатин. Один в один. Копируем друг друга, подруги. Все, уже я купила себе кольцевое освещение. Сейчас мне его упаковывают, и мы с мамочкой пойдем домой. Я попробую что-то поснимать на освещение и покажу вам, понравится ли вам. Здесь есть вот такие вот штуки, которые клеются сзади телефона. И потом телефону удобно ставить и смотреть какой-то сериальчик. Все, мы уже идем домой, купили освещение. На заднем плане где-то мамочка. Мама считает, что штатив как-то слабоват. Но если честно, я просто смотрела в других магазинах, где хороший штатив, они стоят очень дорого. То есть эти штативы, они в пределах 20 тысяч стоят, когда штатив прям крепкий. Поэтому взяли тот, который по карману. Главное, светит и нормально. Пока что можно обойтись. Все, мы уже дома. Вот что было в комплекте. Очень странно, но здесь можно прикрепить три телефона. Я, честно, не понимаю смысла, зачем три телефона прикреплять к одному штативу. Немножко это глупо по мне. Но все же. Вот такой вот красавец у меня теперь есть. Я вот одну эту штучку прикрепила. Мне кажется, достаточно. Это для телефона. К сожалению, камеру я сюда не смогу прицепить. Вот так вот все крепенько держится. Провод достаточно длинный. Сейчас вам покажу разницу, зачем я вообще купила его. Давайте сделаем такой эксперимент. Вот так вот с освещением. Мне кажется, очень даже классно. Мне, если честно, нравится больше желтое освещение. Вот где-то вот так вот. По мне так лучше, но правда при таком освещении кажется зубы желтыми.
но все равно картинка мне так больше нравится. В общем, здесь можно регулировать мощность и оттенок. От желтого к совсем белому, например. Вот сделать вот так вот, будет белое освещение. Ну, в принципе, белое тоже неплохо. И сейчас попробуем выключить, и вы посмотрите вот. А так вот без освещения. На мой взгляд, моя камера снимает даже лучше без освещения. Но когда я снимаю тиктоки, это реально очень заметно. Без освещения ужасно снимает iPhone. В принципе, Canon и так справляется на ура, так что даже и не нужен свет. Сегодня был всего лишь один мукбанг. Это на заднем плане моя мамочка разговаривает с моим брательником. Сейчас вам покажу, что приготовила моя мамулечка. Вы просто офигеете. Вау! Сейчас это холодная закуска. Это печеночный торт. Вот здесь вот такие вот слои. Я вам ссылочку оставлю внизу. Я сейчас как раз-таки им буду ужинать. Хотела снять мукбанг, но вот уже кусочек схомячили. Поэтому до мукбанга дело не дошло. Но интересное блюдо на самом деле. На любителя, скажу вам так, но мне нравится. Мне все нравится. Так, ребята, выглядит несвежий макияж. Я просто вот так вот терла глаза. Я переделала просто кучу-кучу дел, поэтому я выгляжу как общипанная курица. Сейчас иду купаться и возьму с собой фрукты. Обожаю нектарин. Мамочка купила аж 2 килограмма. Надо их схомячить за сегодняшнюю ночь. Время уже 30 минут первого. И я сейчас иду купаться. Да, купаюсь я обычно очень долго, это у меня от отца, у меня отец очень долго купается, наследственное, так скажем. Вот я люблю прям, знаете, горячую ванную, себе чаек туда, нарезать фруктов, это кайф, это просто чистый кайф, поэтому сейчас мы этим и займемся. Вот, я оставлю на телефоне там какого-нибудь ютубера, либо чей-то влог, лежу прям, знаете, в супер горячей ванной, чуть ли не превращаюсь там в сарделечку, вот, и мне это доставляет кайф, я прям обожаю. Я не понимаю людей, у кого дома душ, напишите, пожалуйста, в комментариях, у вас душ или ванная, я бы не смогла жить в квартире, где нету ванны, а вообще идеально просто было бы, если бы еще был бы джакузи, но, к сожалению, наши квадраты не позволили нам поставить туда джакузи. Я, кстати, сейчас думаю, может, браслет снять. А то я в прошлый раз, когда купалась, я искупалась с ним. А потом мы что-то с подругой, когда базарили, так скажем, по телефону, она говорит, ты что, дура, что ли? Говорит, надо, говорит, когда купаешься, браслет снимать. Я думаю, а что здесь такого? Браслет тоже искупается. Ну что, плохо, что ли? А что, мне одной купаться, я не понимаю. Так, ребяточки, не пугаемся, Айка искупалась, сейчас буду делать всякие масочки, уходовые штуки и ложиться спать. Глянем, сколько время, вот, 16 минут второго. Я поняла, что так дальше продолжаться не может, я на завтрашний день составила план действий, то есть каждая моя минута будет распланирована. Не знаю, смогу ли я действовать по этим правилам, просто сегодня... Я как бы очень много времени потратила именно на ТикТок, на мою вот эту вот красотку, так скажем. Я снимала видео, я просто разбиралась в ней и потратила еще кучу времени. Поэтому завтрашний день должен быть очень продуктивным, точнее, ваш сегодняшний день. Я хочу снять очень много мукбангов, хочу снять другие разговорные видео. В общем, свой день распределить правильно и успеть максимальное количество дел. На этом все, буду с вами прощаться.
Не пишите, Айка такая страшная без макияжа. Ну, блин, следы еще оставить от прыщей. Надеюсь, что они в скором времени пройдут. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Мне безумно приятно. Всех целую, люблю. Подписывайтесь обязательно на мой инстаграм, если хотите следить за моей жизнью в онлайн режиме, так скажем. Люблю, целую, всем пока.